Всем привет! Сегодня мы получили с Алиэкспресс вот такой вот массажер Xiaomi. Продавец положил нашу европейскую розетку, переходник вернее. И вот такой вот весомый, такой тяжелая коробочка. Вот чехол идет плотный, видно фирменная этикетка, тоже это можно снять, и их значочек остается. Так, здесь идет инструкция, она вся, наверное, на китайском. Да, она вся идет на китайском, тут нарисованы группы мышц, какие, ну, в принципе, это можно посмотреть уже и в ютубе. Так, и вот комплектация. Тяжелый такой вот сам массажер. Вот этот, видно, вон весь в пленке. Сейчас сниматься будет. Этикетки. Все на китайском. Здесь зарядка идет от USB. Он просто вот кабель. Type-C-шная. Здесь обычный просто выход. Так. Ну, и насадки. Получается, вот такие три насадки идет в комплект. Кругляшка стандартная, это для проработки, и такой более как для похлопывающих массажей, как пишут. Такой вот чехол. Вот ихняя розетка. То, что нам прислал продавец. Сниматься будет. Подключим к сети. Так, вот получается, здесь идут три скорости. Вот, этикетку мы снимать не будем, это не наша. Кнопка регулятор скорости идет. Три скорости здесь есть. Сейчас включаем так. Нажимаем, и видно, вот начинает. Это меньше. Вот видно, засветился один, первая скорость. Ставим насадку. Вторая идет. И третья. Вообще аж рука вибрирует у меня. Вот так вот. Ну, в принципе, мне кажется, первой скорости вообще достаточно пользоваться. Вот так вот меняются насадки. Просто вытаскивается. Вот такая идет плоская, как набивание. Вот можно и мышей, и руки, ноги, спину, и антицеллюлитные, и какие-то, если зажимают, как нервы где-то защемляют, можно прорабатывать. И вот такая вот тонкая тоже есть насадка. Так, здесь просто фирма, QR-код. Здесь это видно, идет вентиляция его. Очень такой тяжелый. По заряд, в описании, вернее, зарядом написано, что он держит 720 часов. Будем пробовать. Thank you.